Здравствуйте. У меня есть 10 тысяч американских долларов. Я хочу их приумножить, но не знаю, как и где их вложить. Наверное, вы не сделаете то, что я вам скажу. The best investment that you could have at the moment, самое лучшее инвестирование, которое вы можете сделать в настоящий момент, is in your own brain. Это в свои мозги. You are the best person to invest in. Вы это самый лучший человек, в которого можно инвестировать. Remember what the Bible says. Помните, что говорит Библия. Whatever you do. Все, что вы делаете. Whatever you do. Что бы вы ни делали. Whatever you do. Что бы вы ни делали. Do not conform. Не сообразуйтесь. But be transformed by the renewing of your brain. Но преобразуйтесь обновлением своего ума. If you can give me 2 hours and a pencil and paper and leave me alone. Если мне дать карандаш, листок бумаги и оставить на 2 часа меня одного, I'll make $1 million like that. Я могу $1 million заработать моментально. And why does that happen? Почему это происходит? Because I've spent money on my brain. Потому что я потратил много денег на свои мозги. I create business formulas that are worth a fortune. Я создаю бизнес-формулы, которые стоят целое состояние. How did I do that? Как я это делаю? I spent money on my brain. Я потратил деньги на свои мозги. Деньги всегда. You spend money on your brain, sir. Потратьте деньги на свои мозги. You spend the whole 10,000 on your brain. Все 10 тысяч потратьте на свои мозги. And you'll probably make 100,000 afterwards. И вы сразу после этого сможете заработать 100 тысяч. Next question. Следующий вопрос.